В школах прозвучал последний звонок. Учебный год позади, а впереди целое лето, которое славянские школьники наверняка проведут весело и интересно. 25 мая в нашем районе стартовала летняя оздоровительная кампания «Здравствуй, лето-2017». В этот день в станицах Петровской, Анастасиевской, Черноярковской и Славянске на Кубани прошли большие праздничные мероприятия, в рамках которых для детей были организованы развлекательные игры и конкурсы, эстафеты и концерты. Подробности в следующем материале выпуска. С такой спортивной зарядки началась праздничная программа на Театральной площади. Около сотни мальчишек и девчонок активно двигались в ритме музыки. Все для того, чтобы получить заряд бодрости и хорошего настроения на целый день. 3 месяца лета – самое счастливое время для всех детей. Можно быть уверенными, что славянские ребята проведут его с пользой, отметил заместитель главы города Сергей Мащенко, поздравляя ребят с началом летних каникул. Сегодня мы постарались расставить различные станции, чтобы могли веселиться, набрались позитива. Вы обязаны просто их посетить. Сегодня площадь в вашем распоряжении. Еще раз, ребята, с праздником, с началом каникул. В этот день для ребят организовали множество мероприятий. Они посмотрели выступления лучших школьных агитбригад, которые рассказали им о необходимости ведения активного и здорового образа жизни. Зарядка, трудовая практика, лагерь дневного пребывания, велопоходы, туристические походы, горные ежики выбирают активное лето. Для чего нужна зарядка? Это вовсе не загадка, чтобы силу развивать и везде не уставать. В этот же день главная площадь города превратилась в огромную творческую арену, где команды учащихся городских школ приняли участие в работе 15 тематических станций. Каждая команда получила специальный маршрутный лист. Проходя его, ребята смогли попробовать свои силы в шашках, шахматах, прыжках, рисовании, прикладном творчестве, оценить меткость и умение работать в команде, в сборке, разборке автомата Калашникова. Словом, участники праздника весело и с пользой проводили время. На лето этого года у каждого из них уже есть свои планы. Я рад, что наступило лето и планирую ходить на рыбалку, купаться на речке. У меня дома есть урожай, я буду им тоже заниматься. Летом мы ездим в аквапарк, еще я люблю играть дома. Нам задают читать книжки. Можно с друзьями поиграть на солнышке, повеселиться. Я люблю лето за то, что можно ехать на море, за то, что каникулы, и потому что больше можно времени с родными провести. Я очень рада, что закончилась школа, и я могу отдохнуть. Впереди у ребят еще много интересного. С 1 июня начнут свою работу летние детские и спортивные площадки. Лагеря дневного пребывания при школах, учреждения дополнительного образования организуют тематические смены и игровые программы. Веселые эстафеты, викторины, творческие занятия. Словом, ребят ждет активное и творческое лето. Тина Копачевская, Александр Косицын, Александра Тимовская. Программа «События».